Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наши иностранные студенты, изучающие русский язык как иностранный, прочтут нам стихи посвящения одной из самых красивых, волшебной и прекрасной пары года весны. Первое для нас прочтет стихи Абдурахманов Курандов, Федор Чучев, «Весна». Зима недаром злетя, прошло ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. И все засветилось, все нудит зиме вон. И жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит. Таир в глазах охотит и пушеги шумит. Взбесились, видимо, злая, и снег захватя, пустила, убегая, прекрасное дитя. Весне горе мало, умелся в снегу, и лишь румяна стала наперекор врагу. Спасибо, Гуна. Следующий наш выступающий Фан Цхэй Кюань, Ирина Тамакова, «К нам весна шагает». К нам весна шагает, к нам весна шагает, быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Черные проталины на полях видны, видно очень теплые ноги у весны. Спасибо вам. Спасибо. Следующая выступающая Почаяна Лиза, Петр Чучев, «Весенная гроза». Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как при звясе играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, ой, летит. Повисли первые дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Все, спасибо. Следующий наш выступающий – Габрилян Анна. Уже тает снег, бегут ручьи. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало. Пора метели злых и бурь опять надолго миновала. Спасибо. Следующий участник в Ванге Александр Сергеевич Пушкин. Гонимы вешними лучами. Гонимы вешними лучами. Сокрестных гор уже снег. Сбежали мутными лучами. На подколенные луга улыбкой ясную природа. Сквозь сон услежает утро года. Снега плещут небеса, еще прозрачные леса, как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой, летит из кельи восковой. Дольны сохнут и пестлеют. Стада шумят и соловей, уж бело у безмолвной ночи. Спасибо, Ваня. Наш следующий выступающий – Чен Ао. Иван Бунин. После полугода. Прошли дожди, апрель теплеет, всю ночь туман опалтуру. Весенний воздух точно млеет, и мягкая дымка изнеет. В далеких просеках пару, и тихо дремлет пол зеленый, и в серебре лесных озер, еще сранее бока луны, еще свежие солнце кроны, и нервных листовин узор.
Спасибо. Следующая выступающая Нгуин Тхизин, Сергей Синин Черемуха. Черемуха душистая, свесная расцвела, и вески золотистые, что гудри завила. Кругом росла медленная, спадает по камням, под ею зелень приятная. Сияет в серебре, а рядом у браманки, правя между корней, бежит стуися маленький. Серебряный ручей, черемуха душистая, развесись стоит, а зелень золотистая. На солнышке горит, ручей водный кремучею, все ветки обольет. И вкрадчиво под хрустенью, ей песенки поет. Спасибо, Зин. Следующий наш выступающий Николай Тхей Чао, Апрель. На варе дверник капела, по варе бегут дети, на дорогах лори, скоро придут муравьи, последняя зимняя история. Пробивается медведь, как собака в густой багетник, дали тысячи песни пет, и так свет последник. Спасибо большое. Следующий наш выступающий – Мухбатар Жаргал, «Ласточка». Улетела ласточка, за три девя зиму, возвращайся, ласточка, на дворе апрел. Возвращайся, ласточка, только не одна, пусть с тобою ласточка прилетит весна. Спасибо. Следующий выступающий – Шан Цзэнзин. Владимир Орлов, проходила весна по опушке. Чуанзин. Извините, технические причины, наши участники не смогут соединиться. Наша следующая участница Мусаева Гуния. Вот уж снег последний в поле тает, теплый пар восходит от земли, и кувшинчик синий расцветает, и зовут друг друга журавли. Юный лес, зеленый дым одетый, теплый грозно терпеливо ждет. Все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Спасибо. Следующий выступающий Чжон Сюан. Здравствуй, зеленая первая травка. Здравствуй, весенняя первая травка. Как растите раз? Когда у вас там зеленая травка, дружно работает в каждом углу. Рисунок, листик или синий цветочек. Каждый не спешит, молодой горшок. Лето темнева и мозговый почек. Первый покажет зеленый листок. Спасибо. Следующая наша участница Ниоз Маматова Ганжрейна. Деньки стоят погожие, на праздники похожие. А в небе солнце теплое, веселое и доброе. Все реки разливаются, все почки раскрываются. Ушла зима со стужами, сугробы стали лужами. Покинув страны южные, вернулись птицы дружные. На каждой ветке скворушки сидят и чистят перышки. Пришла пора весенняя, пришла пора цветения. И значит настроение у всех людей весеннее. Спасибо. Следующая выступающая Азаматова Мафтона. Весна идет. Весна идет.
Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое, по двору текло. В полдень морозило, вновь зима пришла. Затянулось озеро, корочкой стекла. Расколол я тонкое, звонкое стекло. Озеро широкое снова потекло. Говорят прохожие, вот весна идет. А это я работаю, разбиваюсь лед. Спасибо большое. А сейчас нам прочтут стихи посвящения 8 марта. Первым для нас выступит Жомабаев Ибрахимжон. Так много ласка и тепла, загадки, нежность, терпение. Природу женщина я дала, и все по праву, без сомнения. Так будьте же вы красивы, глаза пускай горят огнем. Здоровы, молодые, любимые, с Международным женским днем. Спасибо. Следующим для нас выступит Розаков Алишербек. Пусть весна подарит счастье, настроение и успех. Пусть обходят вас ненастья и звучит почаще смех. Наслаждайтесь, улыбайтесь, оптимизма и добра. С праздником 8 марта, вы прекрасны, как всегда. Спасибо, Алишер. Следующий наш участник Абанос Имре. Счастья теплого, как солнце, любви желаем вам. С праздником 8 марта, всех прекрасных наших там. Всем отличного здоровья, бодрости и красоты. Пусть весна вскоре исполнит ваши главные мечты. Спасибо. Вот и подошла к концу наше с вами сегодняшнее мероприятие. Дорогие студенты, преподаватели, хотим от души всех поздравить всех вас с Международным женским днем. Пусть на ваших лицах цветут улыбки, а заботы и печали пусть исчезнут навсегда. Всем спасибо, до новых встреч! Уважаемые девушки, мы хотим вас поздравить, Людмила Жалановна, и вас тоже. Всех вам желаем счастья, удачи, успеха и благополучия. И самое главное, здоровья и улыбки. Ура! Это вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Вас еще раз поздравляем. Всегда будьте счастливы и с улыбками. Поздравляем вас с наступающим.